Так, вот это гостиница, где мы проживаем, называется Golden Tulip, золотой тюльпан. В переводе означает золотой тюльпан. Мы идем от остановки автобуса, только что пришли с ночной прогулки, то есть вечерней. Сейчас римское время 21:45, московское 23:00. Так, вот вывеска, мы туда попали, туда. Так, заходим в ворота. Дворик. Дворик. Нет. О, тут летит какой-то этот. Давай. Тут какой-то садик ботанический. Очень красивый и уютный. Ну, не очень уютный. Тепловой зонт. Но красивый. Просто скрыты цветами батареи какие-то. Это стоянка автомобильная. Автомобилей мало. Это большая лестница, не знаем, куда она ведет. Наверное, пожарный название, выход. Название, понимаю. А не пожарный выход. Наверное, пожарный выход. Волгин, так, Филипп, а это вот наше название. О, как высоко. Так, теперь мы окно покажем наше. Его не видно. Это мы сейчас на нулевом этаже. Нулевой этаж, вход. А мы живем на втором этаже. Вот первый. Вот второй, где окна горят. И где-то за этим горящим окном. Машины с неон там. Пикапчики. Так, машины, на которых ездят. Honda, Peugeot. А, местные машины. Местная итальянская машина. Вот Fiat. Это Volkswagen не местная. А это Smart. Вот такая карапузка. Карапузка. Вот такой карапузик. О, не знаю, как она ездит. Здесь очень красивые магнолии. Я так понимаю, что это магнолия. Сейчас мы рассмотрим по-хорошему. Так, дома посмотрим. О, кошка. Кошка ушмыгнула. Так. И вот рядом дома, где мы живем, где не мы живем, где живут местные жители. Так. Так, главный вход пошли. В общем, дворик уютный. Отель 4 звезды. Раз, два, три, четыре. Так, вот девушки выгуливают своих собачек. Так, деревья в кадушках. Пальмы. Такие еще пальмы есть. Теперь мы входим в отель. Всем откройся. Всем закройся. Закрывайся. Вау. Откройся. Вот мы попали. Так, здесь все сидим. Болтаем. Это лифты. Это ресепшн Арифлей. Так, что у нас завтра? Это не нам. Это почта. Так, это карта, в которой мы ходим. Так. Это.
машин. Такой отдых. Там вход в ресторан. Это электронный ключ. Такая карточка, чтобы зажегся везде свет. У нас прибрали. Прибирают каждый день. Так, температура 23 градуса. Это наш номер. Так, это у нас телевизор, столик, трюмо. Специальная штучка для утюжки и сушки белья. Значит, ставишь время, и она тебе чего-нибудь посушит. Так, включаем свет в ванную. Это наша ванная. Так, это фен. Нам Oriflame дал много шведской косметики. Golden Tulip. Всякие штучки. Мыло, шампуньку. Это зеркало. Его можно включить. Вот горит свет, и можно бриться. Это большое зеркало. Огромное просто. Воду из-под крана можно пить. Классно. Можно стирать ее. Вставаешь пимпочку. Набираешь воду, наливаешь шампуньки и можно стирать. Потом кнопочку нажимаешь, воду выключаешь, и водичка вся убегает. Так, здесь вот дают такие стаканчики, и в них можно пить воду прямо из-под крана. Так, это у нас душевая. 4 звезды, поэтому только душевая. Это у нас полотенцесушители. Так. Это сами знаете что. И где? Шкафчики. 7. Шкафчик для белья. А это шкафчик, сейф, где лежат деньги. Вот мы сейчас их и вынем. Вот наши русские денежки. И паспорта. Еще у нас лежат билеты на самолет. Самолет до Мюнхена. Ну, в общем, ладно, потом их возьмем. Снова закрываем. Вот. Все закрыто. Ну вот, в принципе, и все. Ну, в общем, вот и мы